Не упустите возможность порадовать своего ребенка потрясающим подарком, реалистичными металлическими машинками с открывающимися дверцами и светящимися фарами. Это идеальный выбор для подарка на день рождения, и к тому же по доступной цене. Перейдите по ссылке в описании и узнайте больше об этом удивительном товаре прямо сейчас. В матче третьего тура итальянского чемпионата Интер отправил 4 безответных мяча в ворота победителя Лиги Европы Аталанты. Автором автогола стал албанский защитник Бераджим Сити. Отобрав у Генриха ассист, дубль оформил французский нападающий Маркус Тюрам, один раз отличился итальянский полузащитник Никола Барелла. Кстати, второй гол Тюрама был забит после скидки Мхитаряна, но почему-то нигде не отметили этот ассист. Странно. Генрих Мхитарян в составе миланского клуба отыграл весь матч и стал автором голевой передачи. В полузащите он словно квинтэссенция качества и мощи. Если он продолжит наращивать темп, то отнять у него эту позицию будет крайне трудно. Он снова был вездесущ, не позволяя ничему случаться без своего участия, став надежной защитой слева от Самарджича. Отборы мяча, молниеносные развороты, голевые передачи Тюраму, искусное управление каждым моментом игры. Профессор снова на своем посту.